Вопрос о ремонте 2-километрового участка дороги, ведущего к населенному пункту, жители деревни Савалеево Заинского района понимали давно. За годы эксплуатации дорожное покрытие пришло в негодность и требовало ремонта, причем капитального. Дорожные работы были проведены в кратчайший срок. На данном участке дороги было выполнено фрезерование асфальтобетонной смеси, километр 907. Потом подготовка основания. Выборочно была замена основания, далее подготовка укладки, и на данный момент производится укладка асфальтобетонной смеси марки B2 толщиной 5 сантиметров. Подрядные дорожные работы провела бригада из 10 специалистов. Были задействованы 3 катка, комбинированные дорожные машины, укладчик, самосвалы. Работа была проведена в течение 2 дней. В планах управления автомобильных дорог на этот осенний сезон по программе ремонта и содержания сельских дорог ремонт участков 700 метров в деревне Карманово. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Заинска.